Капец, систер, а где твой телек? В ремонт отнесла. Телевизор в ремонт накануне прямой линии. Это все равно, как потерять голову накануне повешения. А что такого? Я ж не на помойку выкинула прямо во время выступления. Все равно, прямая дискредитация прямой трансляции. Бро, ты крут. Четко все сформулировал. Дай 5. Всем стоять! ЛГБТ-патруль! Зафиксировано взаимодействие ладоней однополых пальцев кистей рук. Поступил сигнал от неравнодушных граждан. От каких еще душных граждан? От гражданина майора, от гражданина капитана. Да вот. У нас, слава богу, столько граждан, у которых сознательность находится на уровне бессознательного. В общем, 6 лет за участие в экстремистском сообществе. Кто сказал «дай 5»? Он! А ему, как организатору, 10. Ну, 5 × 5 – 10. Не? Слышь, бро, бред какой-то. Ты не помнишь, когда сюжет начинался? В левом нижнем углу никакого титра не было. Что-то было. Фил, промотай на начало. Угу. Вот он, титр. Где-то за МКАДом. А ты думал, там что было написано? Ну, например, далекое будущее. Какое еще далекое будущее? Это самое, что ни на есть настоящее. Ой, мама, мечта и мама. О, вижу, умные среди вас имеются. С никабом, конечно, немного поторопились. Хиджаба было бы вполне достаточно. Согласно новой фетве Владимира Ибн Владимировича. Ибн его за ногу. Ставим лайки, подписываемся, пишем комменты. Это закон. Как говорится, дуралекс, седлекс. Вот сейчас непонятно, но обидно было.